Если страдание – это неуместность, если знание страданий для нас – это знание о том, что в этот момент мы чувствуем себя не к месту, у нас с вами есть рецепт. Вообще, как я говорю в медицине, диагноз – это свернутый план лечения. Да? То есть, если вам говорят, что у вас гнойный аппендицит, то понятно, как к вам оперировать аппендицит. Что будет, это, какая будет аппендэктомия, какой будет разрез, какой будет доступ там, и так далее. Если вам говорят, что у вас такая-то форма гипертонической болезни, это свернутый план лечения. Значит, лечиться вы будете так, препараты принимать такие, и так далее, и так далее, и так далее. Диагнозы ставятся не просто так. Диагнозы ставятся для того, чтобы знать, что с этим делать. И также мы должны с вами подходить к этой ревизии собственного чувствования жизни. И если мы ставим страданию знак «равно» неуместность, вот в этом самом широком смысле, то значит, у нас есть план лечения. И этот план лечения – поиск уместности. Поиск своего места. Своего места здесь и сейчас. Здесь сейчас в дне, в неделе, в месяце, в периоде жизни. Поиск своего места. Вот вы можете буквально заставить себя искать эту лузу, понимаете? Вот когда этот вот гоняют эти, как бильярдные шары, понимаете, на этом, по которому бьют этим кием, понимаете, туда-сюда, и вы сталкиваетесь. Ну, ваше место в лузе. Ваше место закатиться в лузу. И вы можете ждать, пока вас кто-то туда закатит. Вы можете страдать, ожидая вот этим инфантильным детским чувством, что кто-то придет и, как бы сказать, вас все-таки в лузу вашу закатит. Но вы можете искать лузу, вот свою уместность. Вот все эти техники, которые мы с вами изучаем на курсе «Шаг за шагом», они все говорят об уместности. Вы просто задумайтесь, что такое быть здесь и сейчас, в настоящем моменте. Это быть уместным в настоящем, не в пугающем в прошлом, не в расстраивающем будущем, ну, вот, а быть вместе, здесь, сейчас, в настоящем моменте.